Говорит оберкомендант Мэтце. Блок 101, доставьте мне заключенного. Номер 398, Джозеф Сталин. Приведите его в лабораторию 8C. В идеальном состоянии. Ожидал такого сюрприза. До того, как нацисты захватили Америку, папа учил меня стрелять на ферме. Он сказал, что однажды мне это пригодится. Как же он был прав. Вниманию заключенным. Отбой 18.00. Никаких исключений. Нарушители будут наказаны. Thank you.
После такого надо отдохнуть. Позор, если честно. Как можно увидеть безмозглого футболиста? Этот человек глумится над всем Рейхом. Я хочу, чтобы стрелок Джо был здесь и в наручниках. Живо! Вот так!
Уже не было. Или все-таки железные псины в ангаре подкинули мне безумную мысль. Одну из этих собак поменяли. Нацистов охватил страх. Они отрезали город от мира и пытались остановить прорыв дамбы.
Натравив нацистское чудище на них самих, я ощутил торжество справедливости. Мне начала нравиться эта псина. Я даже подумал, не завести ли такую. Но потом представил, как она плюется огнем в соседей, и решил, что нам лучше расстаться. Я почти нашел повстанцев. Безопасную гавань, чтобы перевести дух. Вот черт. Джо, ты чуть не пропустил прием. Доктор сейчас тебя примет. Родерик Мэтце. Ну ты и сука. Ты убиваешь американцев, своих земляков. Где твоя совесть? Я скажу, где. Моих предков унижали во время войны за независимость. Я итог тех унижений. Когда пришли немцы, я понял, что они вернут белым людям закон и порядок. Поэтому ты здесь. Раб Рейха. Порядок восстановлен, как и репутация моей семьи. Тебе есть что сказать перед тем, как я тебя прикончу, раб? Ага. Где я раньше видел твою гадкую нацистскую рожу? Нет.
Знаешь что? Я не хочу марать свои руки об этого нелюдя. Я даже не хочу давать ему шанс подумать. Лучше ты убей его. Тут-то я его и вспомнил. Эти ледяные глаза, кривая ухмылка. Меце тот самый нацист, который забрал моего отца. Я лишь хотел играть в футбол. На поле я был свободен. На поле я был всесилен. После войны мой отец создал с друзьями повстанческий отряд. Они сражались, не щадя своих жизней. Через некоторое время, как и большинство остальных мятежников, их поймали. Небо полыхало огнем в тот день, когда обер-комендант Меце арестовал моего отца. А в моем сердце... огонь угас. Если кто спросит, я буду в штаб-квартире гестапо. Хайль Гитлер. Да, комендант. Хайль Гитлер. Нацисты собирались поставить точку в моей истории. По крайней мере, им так казалось. Одно было ясно наверняка. Меце должен сдохнуть. Черт подери, где я? А вот и он, стрелок Джо Сталион. Что тут, черт возьми, происходит? Поприветствуем на поле стрелка Джо Сталиона. Ну, пора играть. Поддержим их, ребята. Что за... Первая четверть. Поприветствуйте наших ребят, элиту немецкой армии. Похоже, зрителям это не нравится. Встречайте хозяев поля, Ку-клукс-клан. Вторая четверть. Послушайте рёв толпы! Зрители в восторге! Они вступают в игру, друзья! Это суперсолдаты! Третья четверть. Похоже, зрителям это не нравится. Вы обожаете этих парней. На поле герои вашего города умер солдаты. Добавочное время. Овертайм. Когда это кончится? Похоже, им больно. Вот это матч, ребята! Хозяева поля забили гол! Следующий раз пойду по лестнице.
Hast du Smetze schon gesagt? Mach ich, wenn ich ihn sehe. Er ist doch direkt neben Mark. Klar. Hey, alles klar? Aha, warum... Schön wach geben, klar. Ja. Ist da!
Я знал одно. Меце познает горький вкус мести. Вкус грязи, когда тебя сбивает с ног человек, которого не стоило загонять в угол. Джозеф Сталин по кличке Стрелок Джо казнен. Это утро ждет всех террористов и их лживое сопротивление. Мы удалим эти сгнившие зубы. Они убивают ни в чем не повинных людей, которые просто хотят жить в мире. Поверьте, я такой же американец, как и вы. Я знаю, что наша судьба... Спрингфилд словно вымер. Наступило затишье перед бурей. Во имя будущего нашей
Маши ручкой камерам слежения. Ты сильно опозорил меня перед оберкоманда. Я сказал им, что ты убит. Убит! Раб, запятнавший репутацию оберкоменданта Рейха. Стыд и срам, Джо. Я больше всего в жизни терпеть не могу, когда меня застают врасплох. Поэтому я нашел твоего друга из угольной шахты под Хиллсборо. Он ждет тебя в комнате в конце этого коридора. Это тебе мой подарок, Джо. До скорого, Стрелок. Папа? Это ты, сынок? Я не смогу уйти. Силы меня оставили. Беги отсюда! Прекрати. Сталионы не сдаются, старик. Черт возьми, сынок. Отец зажег пламя в моей душе. Я не позволю Меце трогать моих родных. Я прошел сквозь око бури и преобразился в нечто иное. Я стал машиной возмездия. Машиной для убийства нацистов.